Ну что тут? А? На что ловить-то будем? Будем ловить на тапок. На бабушкин или на дедушкин? На дяде Вове. Хорошо, что уточнил. Дядя Вова-то делом занят. О, смотри-ка, пошла родная. И сейчас ветром еще назад будет. Вот, удалили аппендикс. Тут можно целую флотилию спускать сейчас. Лодки на воду. Лодки на воду. Немедля. Надо акваторию очищать. Сейчас течение развернет большую льдину. Я ее отколол. И освободится отличный перспективный участок. Будем ловить. Ну как это, как это? Очистить сначала место, а потом ловить. Я тебе так скажу, давай я куски отломаю, а ты их отгонишь. Это не важно, когда на тебе сапоги или Мига New Generation. Спасаем Шумахера. Какие-то мальки тут еще. Ну тут немножко, вот этот перешеечек, вот этот. По льдам поле? Да. Сейчас на резине, блядь, да. Держу, держу. Аккуратнее, глубоко. Выбежали, поймал. Держит, блядь. Не пойму, что там. А я думаю, что свистят? Мне надо там еще одну льдину пробить. Что свистят? Я не понял, да. А вот, не сломаем? Катушку в воде, чтобы вынь палку-то из этой. Оказалось, что у тебя нет ледокольных способностей, да? Были вот там, а тут вот пропали. И главное, что один борт сдулся и вообще никак, то есть просто. Если бы не вы, я не знаю, что бы я делал. Ну потихонечку, по 10 сантиметров. Вообще сдулся, Серега. Я вот так на одном борте висел. Сдулись резиновые лодки. И главное, переходят к этому на берегу не причалишь, а до того не доплывешь. И все. Ну пока лед не стал бы, сидел, ждал. Сидел бы, да. Потом по льду вышел бы. Да. Уходит время резиновых лодок. Не счесть на них дырок, заплаток. Сегодня еще одной будет больше. Покажи, дыра большая хоть. Как же ты бочину-то рванул? Вот прям я ей куда-то врезался. Да, через такое это. Слушай, ну это клеить легко. Да? Да. Галочку надо подсушить только. Только хреново, что она, видишь, на этом нашли. Да ничего страшного. Шума-то чуть это, того. Лодка-то у него. Все, надо клеить. А мы себе участочек где-то в километр освободили с дядей Вовой за полчасика. Все, очистили. Одни воробьи только. Ну
что, половим ли тут? Да. Да, надо ловить. Надо Всем выдвигать. Пока, ребята. Лемига рулит сегодня. А у Фимка нет. Ледокол дядя Вова на фрегате. О, полетел. Гвозди бы делать из этих людей.